Обычный двор в границах улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Работа кипит на заглядение. Все очищено практически до асфальта и добротно посыпано песком. Обычно плановая работа ведем, то есть уборка территории. Мы каждый день так работаем. За эту придомовую территорию отвечает домоуправляющая компания Советского района. Она, кстати, по заявлениям местных властей, в лидерах по зимней уборке. За зиму очень существенно у нас прибавило в качестве работы домоуправляющей компании. То есть можно сказать, что за последние несколько недель все входные группы, то есть вся территория, которая относится к домоуправляющей компании, убрана практически уже до асфальта. И на сегодня можно сказать, что именно, как это ни странно звучит, именно домоуправляющая компания Советского района обеспечивает лучшее качество уборки по сравнению с остальными подрядными организациями, которые работают в районе. Проверка эта для подрядных организаций была внезапной, то есть они не знали, что мы сейчас придем посмотреть. К внезапной проверке работники ДУКа все-таки подготовились. Это отмечают прежде всего местные жители. Двор убран до неузнаваемости. Такого десанта в оранжевых жилетах, как сегодня, жильцы не припомнят. Скажите, вообще всегда так чистят? Нет. Вот сегодня первый раз. Вот сегодня тут налетели, да, первый раз видел столько наведенных дворников. Такое не знаю, я давненько не видел, чтобы было так чисто. А как обычно здесь выглядит дорога? Ну, сугробы, узенький такой проход, колеи от машин. До кого явно не дошла информация о неожиданном рейде, так это до соседних ТСЖ и ряда подрядчиков. Там состояние придомовой территории районная комиссия оценила критически, что называется, недоработали. А значит, с проверкой скоро снова нагрянут и снова неожиданно. Но это и хорошо, значит, хотя бы территория, которая обслуживает ДУК, будет чистой, на удивление всех местных жителей. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев, объективно, ННТВ.